Все мы прекрасно помним, как слили светильщика. И, скорее всего, нам слили истоковедовали, ребята. И снова всем жух-жух, с вами снова я, Вайт, и сегодня я расскажу о концепт, или даже слив, истоковедывание, настолько идеальный концепт, или даже слив, еще не до конца понятно, что это, но это идеально. В сеть слили вот такие вот фотографии, это эпик чехарда и скин истоковедывания на Огненный Оазис. Но все же мы прекрасно помним ситуацию с фишиком. То есть, если в течение 24 часов удалят этот с Ютуба, то мы можем сделать вывод, что это слив. А как думаете вы, слив это или концепт? Пишите в комментариях, а с вами был Вайт, всем пока. И, конечно, ребята, в сеть была слита песня о Спуритана Огненном Оазисе. А пока мой монтажер Тим делал ролик, я узнал про то, что это 100% слив. Наконец-таки нам слили песню Спурита и эпического чехарду. Ха-х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 а